Всем привет, господа, привет. У нас сегодня понедельник, 22 июня 2020 года. И мы находимся на пляже Витязева. Пляж Витязева, где Глобус и Гастробархан. Сегодня вот у нас, вы видите, погода солнечная. Солнышко, тепло. Сейчас вчера, когда был дождь. По поводу народу. Народ прибавляется. Сейчас я вам даже переключу и покажу. Вот глобус уже практически огородил себе территорию. И вот народ туда пойдет. Вот здесь это вот и паралит. Море теплое, комфортное. Вообще. Ну такой же шторм, как вчера. Единственное только, что грязи больше всякого. Сено чуть-чуть, водоросли. Ну, в общем, продукция жизнедеятельности моря сейчас больше у берега прибило. Так вот прямо у берега чуть-чуть ничего нету. А там подальше как бы есть. Что еще вам сказать? Ну, видимо, пока наполняемость народу маленькая, потому что дома к санаториям, кто не имеет медицинской лицензии, к гостиницам повышенные требования в связи с эпидемиологической ситуацией. И поэтому еще не все открылись, поэтому вот так еще народу. Ну, а в ту сторону, вот вы видите, люди на машинах подъезжают к морю, что и есть хорошо. По закону нельзя ближе 300 метров от моря подъезжать, потому что это зона охраняемая. Ну вот, как видите, никто их не шкует. И вместо того, чтобы людям втирать, что на пляже надо дистанцию держать, и такой воздух и жара, что ничем не заразиться от этой дистанции, лучше бы гоняли вот это все на машине. Вот видите, одна машина, вторая, и дальше туда больше и больше все подъезжает. Вот видите, прям такие крутые. Всем им надо прям к самому морю подъехать. Зачем? Сложно пройти, что ли, здесь 300 метров. Вот такие у нас быдло народ. Ну а при прилете в аэропорту ничего уже не спрашивают. Были анкеты, заполняете там фамилия, имя, отчество, телефон свой и желательно адрес, кому едете. А сейчас уже ничего не спрашивают. На машинах вообще проезд свободно. Вот завтра ко мне приедет семья, которая была в прошлом году. Ну, я вам расскажу, как они проехали. Они с Москвы едут. Так, на дороге ситуация. Ну, а пока море такое вот. Отдых отличный. И все welcome to Витязево Village. Пока-пока, чао. Вот, кстати, уже кукурузу стали носить, продавать. Кукуруза стоила 30 тонн на восточном рынке. А здесь по соточке пока продаем.